упражнение «Становая тяга» в стиле сумо. Это подразумевает широкую постановку ног, носки развернуты в стороны, исходное положение голень находится максимально близко к грифу. Мы выполняем подседание, при этом сохраняем прогиб в поясничном отделе, уводим таз назад и выполняем подъем вверх, при этом делается выдох. Штанга должна скользить по бедру, тем самым мы правильно распределяем центр тяжести. Важный момент – колени всегда держать развернутыми, не допускать заворачивания колен вовнутрь. При подседании мы уводим таз назад, плечи не подаем вперед, не забываем при отпускании выполнять вдох, при выпрямлении выдох.